У меня сегодня самая неприятная работа, моя нелюбимая, это прополка морковки. Убрала я вот эти ленты, под ленты трава не очень растет, как видно. Все-таки есть смысл какой-то в этом деле, да? Но тем не менее, рядом с морковкой полоть — это не самое приятное дело. А тут все уже прополол. Но мне еще полоть и полоть. Ужас. Вода в бассейне чистая. Хорошая. Я даже не накрывала, потому что пусть она будет попрохладнее, чем... Иначе вообще жарко будет. Вода должна остужать. Включила краник. Сейчас покажу. Все подсоединили. От одной бочки включила краник. Интересно, пойдет ли вода. Потому что больно уж тут много перепадов. Подъем, опускание, потом опять подъем. Ну, в общем, хочется посмотреть, заработает ли все это дело. Итак, смотрим. Воды пока нет. Пока воды нет. А, побежала. Водичка побежала. Первый побежал вот сюда. Вот на эту грядку. Угу. Все, пошло. Здесь пошла, здесь пошла. Здесь полилась прям. Отлично. Так, тут что? И тут все хорошо. Здесь тоже есть кое-что. Здесь пока ничего. Пошла? Средняя пошла? Да. Да, пошла. Вот она. Нормально. Теперь сюда идем. Есть. Есть. Теперь надо в это смотреть. Третья. Третья пока не идет. Может быть, этот перепад и не одолеет. А, этой грядки пока нет. Все там все поглощает больше. Пока нет. Ну вот что получилось в итоге, это ужас. Я ненавижу полоть морковку. Для меня, не знаю, самое неприятное — это полоть морковку. В общем-то, я вообще все не люблю, но полоть морковку — это как серпом по одному месту. Это ужасно. Поэтому я всегда ее сажаю либо очень густо, чтобы полоть без проблем, без оглядки. Но тогда она мне не вырастает, потому что ее никто не прореживает у нас. Либо я ее сажу редко, и тогда это становится ужасно. Прополоть ее просто нет. Тут получилось редко. Не знаю, что-то приживется, потому что травмировалась, пересаживалась. Ну, в любом случае, не часто сидит морковка. Ой. Ну ладно. Зато. Вода в бассейне еще теплая. Потрясающе теплая вода. Тут перебороздили. Утром будет осадочек, пропылесош, будет чистейшая. И вот у нас парник готов. Вот такая красота. В нем можно жить. Это ж дворец. Посмотрите на тот и посмотрите на этот. Это дворец. Это что-то. Высота. Ширина. Простор.
Единственное, что, конечно, две поливаются у меня грядки. Это я уже с лейки долила, потому что жарко очень. А вот это вот не поливается, не хватает ей напруги за счет того, что вот тут вот перепад и бочка на маленьком расстоянии у нас. Вот. Ну, тут полметра, наверное, только. Ну, ладно, это еще подумаем. Начало положено. Перчики мои хорошо себя довольно-таки чувствуют. Им стало хорошо. Абсолютно с тем, как они сидели в мешках. Тут было ужасно. Тут очень даже им неплохо. Будет что-нибудь, не знаю. Но в любом случае увидим. Все увидим. Огурцы. Тоже не знаю, как им тут будет. Потому что ну, посадила только недавно. Ну ладно, все посмотрим. Так что на сегодня все. Я домой, я устала от морковки. Я ее видеть не могу.